Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Cinema 2. Сегодня мы будем подключать форжинг в кошельке Prizm. Что такое Prizm? Надеюсь, все знаете. Это криптовалюта, которая уже торгуется на бирже. Цена ее на сегодня 0,98 доллара. Теперь давайте погуглим, что такое форжинг. Форжинг. И переходим в Википедию. Форжинг переводится как ковка или чеканка монет. Друзья, только вдумайтесь в эту фразу. Это ваш печатный станок. Вы когда-нибудь где-нибудь печатали свои деньги, которыми вы можете расплачиваться везде? Созданная в различных криптовалютах новых блоков в блокчейне на основе подтверждения доли владения с возможностью получать вознаграждение в форме новых единиц и комиссионных сборов. Форжинг – не единственная технология создания новых блоков. Альтернативами является майнинг и ICO. Обычно используется только одна технология, но в некоторых криптовалютах используется комбинация из них. То есть в кошельке Prizm используются все три технологии – майнинг, форжинг и ICO. Различные криптовалюты могут иметь дополнительные условия. Для участия в форжинге, например, позволяет присоединиться к процессу только для тех сумм, которые имеют не менее 1440 блоков подтверждения. Итак, для того, чтобы подключить Prizm к форжингу, нужно иметь на кошельке Prizm не менее 1000 монет Prizm. Итак, мы переходим вот по этой ссылке, она общая для всех, и попадаем вот на эту страничку. Нажимаем вот здесь, выбираем русский, вот он внизу. Так, добро пожаловать в Prizm, зарегистрированный пользователь. Нажимаем и вводим сюда свой адрес. Вставляем. Начинается на слово Prizm. Не перепутайте. Нажимаем здесь на кнопочку и ставим галочку. И теперь нажимаем вот на эту стрелочку и переходим в блокчейн. И у нас сразу же показывает нашу сумму, которая у нас в нашем кошельке вот здесь. Вот она, эта сумма крутится. И здесь она сразу же показалась. Последнее обновление 29 сентября. Я нажала на подключение и вышла такая табличка. Ваш эффективный баланс равен нулю. То есть пока еще он не видит мою 1000, которая крутится на призму кошельке. Мне нужно 1440 подтверждений. Нажимаем вот здесь слева «Мои транзакции». И что мы видим? То есть 105 подтверждений прошла. Вот эта транзакция, которая пополнила 798 долларов для того, чтобы у меня на призме было 1005. Вот уже 106 транзакций прямо на глазах. 29 сентября. 8 часов было пополнение кошелька на 798 призм. Смотрим время. Значит, сейчас 1 октября, 15 минут 3 ночи. Не смогла раньше записать, потому что регистрировала людей. Только что закончила. Но поскольку хотела записать ролик, и поэтому форжинг не включала. Хотя он уже давно получил определенное количество транзакций и поставили мне здесь плюсик. Уже 1462 транзакции даже подтверждение, да? И сейчас мы нажмем на эту кнопочку. И вот сюда мы сейчас вставляем ту фразу, которая вам была выдана сразу же после того, когда вы регистрировались вот в этот кошелек. То есть, когда вы здесь нажимали «Регистрация», и вам вышла самая первая длинная фраза. Вот сейчас вы должны ее вставить сюда. Вставила фразу, начинаю начать форжинг. Все, форжинг включен. Переходим в валет кошелек. Итак, 30 числа в 3 часа дня была последняя транзакция. Сейчас у нас
20 минут третьего, то есть за 12 часов почти два призма. А сейчас я переведу с парамайнинга деньги наверх. Что я для этого буду делать? Я нажимаю Send, ввожу сюда данные человека, которому я буду переводить 0,01, для того, чтобы снизу деньги перешли наверх. И будем считать уже от 3 часов ночи до 3 часов дня за 12 часов. Посмотрим, сколько намайнится монет. Итак, я ввела данные, это адрес, это открытый ключ, поставила 0,01, здесь вы можете писать, это сугубо для вас, чтобы вы знали, кому вы чего передаете. Например, от Кати, Маши, от Сережи, Пети. Нажимаем первый раз и обратите внимание, он сейчас нам выставил комиссию. И если мы соглашаемся, то нажимаем еще раз на зеленую кнопку. Многие не знают, что дальше делать. Нажимаем еще раз. И теперь он у нас запрашивает код. Сейчас вы введете код, нажмете вот здесь на ОК. Итак, я ввела код. И смотрите, парамайник где-то начнет майнить по новой через 57 секунд. Мы перезагружаем страницу. Опять предлагает ввести код. Здесь уже видно транзакция 2 часа 23 минуты 1 октября. Перешло 1,9. Призм наверх. То есть здесь все у вас видно, что кто переводит и сколько призм переходит наверх. Прошло чуть более 12 часов. Итак, сейчас 35 минут 5 октября. И у нас уже намайнилось более двух монет. 2 и 3. Сейчас я буду опять эти монеты перекидывать наверх. Для того, чтобы их перекинуть наверх, нужно опять нажать на Send, ставить реквизиты. Для чего это делается? Для того, чтобы включить процент на процент. Ну вот, я перекинула 0,01 призма своей девочке. Вверху вы видите, как с парамайнинга призмы перевелись наверх в ваш кошелек. Чуть ниже отразилась транзакция перевода призм. И вот на ваших глазах появилась еще одна новая транзакция перевода с парамайнинга. Кошелек пополнился на 2,42 призмы. Если такую процедуру делать один или два раза в день, то ваш кошелек, наполняясь новыми монетами, увеличивает скорость майнинга за счет реинвеста. Реинвест – это начисление прибыли за счет сложного процента. Реинвест или реинвестирование – это процесс, когда доходы, полученные от инвестиций, не изымаются, а снова инвестируются. Еще этот процесс называют капитализацией процентов. То есть, грубо говоря, это повторное инвестирование вашей прибыли для увеличения новой прибыли. Если у вас в кошельке достаточно крупная сумма, вы можете увеличить количество переводов с майнинга в кошелек. Делать вы это можете хоть каждый час. Но каждый из вас должен выработать свою зону перевода по времени, рассчитанную на ваш объем в кошельке. Можете положиться на свою интуицию или желание, но лучше рассчитать прибыль заранее. Составьте таблицу и вносите туда данные, сколько у вас на кошельке и сколько с этой суммы намайнилось, например, за час, за 3 часа, за 12, за сутки. Да? Сколько за это время майнится после первого перевода, второго и третьего и так далее. И тогда вы сами придете к решению, сколько раз в день вам переводить на ваш кошелек. Деньги, друзья, любят счет. Умейте их считать, умейте ими управлять, регулировать, сохранять и умножать. Если вам полезно было это видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Всем больших профитов! С вами была Валентина Синема 2.